Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, что необходимо сделать перед появлением кошки в доме. Если быть хозяином кошки для вас в новинку, вам, наверное, немного страшно. Даже если этот котенок у вас не первый, появление дома нового питомца может быть волнительным. Как сделать подготовку к появлению питомца успешной? Кошки прыгают, лазают и могут пролезть даже в самые маленькие закутки, поэтому перед тем, как заводить кошку, внимательно осмотрите все возможные места и надежно спрячьте все, что может предоставлять опасность. Например, это могут быть бытовые чистящие средства и другие химические вещества. Не забудьте о комнатных растениях. Многие широко распространенные растения, например, бегонии, ядовиты для кошек. Если у вас семья, убедитесь, что все согласны с тем, чтобы завести новую кошку, и заранее определитесь, кто будет отвечать за ее кормление и уборку лотка. Если у вас есть дети, установите правила и поговорите с ними о безопасных способах игры с кошкой. Если ваша новая кошка не единственное домашнее животное, вам нужно спланировать, как вы будете знакомить их друг с другом. Рекомендуем начать знакомить ваших питомцев, дав им понюхать что-то связанное с новой кошкой. Пусть ветеринарный врач осмотрит вашу кошку как можно скорее и сделает ей все необходимые прививки. Он также может помочь вам решить, стоит ли ее стерилизовать по различным причинам, связанным со здоровьем и безопасностью. Стоит купить все необходимое. Самый минимум – это миски для корма и воды, лоток и наполнитель. Но также вам понадобятся принадлежности для ухода, такие как специальная щетка, кошачий шампунь и щипчики для ногтей, различные кошачьи игрушки и как минимум одна лежанка. Можете также установить кошачье дерево, чтобы у нее было специальное место, куда можно залезть вместо шкафов или столов, чтобы удовлетворить желание забраться повыше. Ваш новый питомец должен чувствовать себя безопасно. Следуя этим советам, вы можете быть уверены в том, что вашей новой кошке будет комфортно с вами. Главное, не забывайте о ласке и заботе. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.